Приближаются выходные. Если вы еще не определились, как их провести, отправляйтесь на море. Тем более, что в Славянском районе оно свое – Азовское. Здесь не так многолюдно, как на Черноморском побережье, а море гораздо чище и теплее. Протяженность побережья Азовского моря на территории Славянского района более 45 километров. Оборудованных пляжей, где находятся автокемпинги и базы отдыха, около 10 километров. Одно из самых доступных и комфортных мест для отдыха – это пляж-кемпинг «Оазис». Каждому курортному сезону здесь всегда ответственно готовятся. А в период пандемии коронавируса вопросам чистоты и безопасности уделили особое внимание. На территории пляжа работает спасательная и медицинская служба. Совместно с спасателем медик проводит профилактическую работу, чтобы не заплывали далеко, одевали головные уборы, соблюдали дистанцию 1,5 метра, как сейчас положено. На территории пляжа также имеются питьевые фонтаны, душевые, раздевалки, санузлы. Население может поиграть в футбольные, волейбольные площадки, в кафе приобрести прохладительные напитки, чай, кофе, мороженое, еду, также приобрести сувениры. Приезжайте к нам на море. Мы вас всех очень ждем. Ну а мы о вас всех позаботимся. Для удобства гостей на берегу моря установлены зонтики, теневые навесы, лавочки. За безопасностью следят спасатели. Одним словом, для комфортного и приятного отдыха здесь созданы все условия. И это не просто слова. Это мнение самих отдыхающих, которые, побывав здесь раз, потом постоянно возвращаются, предпочитая Азовское море черному. Начинали мы, конечно, уже лет 8 тому назад сюда приезжать. Все время, каждый год заметно развитие этого пляжа, очень даже. И вообще так мальчики, все работники трудоспособные стараются. Медичка здесь очень тоже хорошая, такая энергетическая, сильная женщина. И нам нравится здесь, что очень спокойно, не так, как в больших городах, не так насыщенно людьми. Для детей и для людей это очень хорошо. В этот сезон уже 4-й раз мы здесь. Все прекрасно, погода хорошая, чистенько, аккуратно, очень хорошо здесь. Мы часто приезжаем к родителям, потому что родители уже живут здесь, недалеко от побережья, в поселке Голубая Нива. Мы приезжаем, отдыхаем, любим очень часто на море приезжать с детьми. А сами мы из Северского района. На сколько дней здесь остановились? Обычно приезжаем на выходные. Ну и как вот сам пляж, сам отдых такой? Очень нравится, потому что мы видим изменения. Мы, конечно же, уже несколько десятилетий здесь бываем. И развивается пляж. Спасибо большое. Некоторым отдыхающим одного или двух дней на море мало. Поэтому они разбивают целые палаточные городки и живут здесь неделями. Любители более комфортного отдыха могут снять домик. Именно так и сделала семья Михайченко. Отдыхать на Азовское побережье они приехали вместе с родственниками из далекой и холодной Якутии. Мы с Абинска. Отдыхаем здесь каждый год. В этом году 9 дней отдыхаем. Ребятишки к нам в гости с Якутии прибыли. Нам очень нравится здесь море, уютно, пляж шикарный. Наслаждаемся природой. Азовское море еще называют ласковым за его небольшие глубины, мягкие ракушечные пляжи и всегда комфортную температуру воды. За сезон здесь отдыхает до 50 тысяч человек, приезжающих из самых разных уголков нашей страны, в чем мы убедились лично. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов, программа «События».